куклы. Да и выглядит точно так. Клёш и Хайер и Лапсердак. Но не получалось никак на дровах играть точно так. И директор школы чудак не пускал учиться стиляг. Что это было, друзья? Мы все сходили с ума. Каждый мечтал об одном: играть не хуже Битлов. Нас изменили 7 нот, но не жалеет никто, что инженером не стал, только людей развлекал. А когда слегка подросли, все мы в институты пошли, где и продолжали играть, но уже свое создавать. Вместо инженеров, врачей и других полезных людей выпускали вузы бомжей, музыкантов и хипарей. Что это было, друзья? Мы все сходили с ума. Каждый мечтал об одном: играть не хуже Битлов. Нас изменили 7 нот, но не жалеет никто, что инженером не стал, только людей развлекал. Что это было, друзья? Мы все сходили с ума. Каждый мечтал об одном: играть не хуже Битлов. Нас изменили 7 нот, но не жалеет никто, что инженером не стал, только людей развлекал.